Опс. О, ура, ура, на связи. Давайте проверим звук, свет. Как вам видно, как меня слышно? Отлично. Презентация подгружается. И у нас с вами сегодня очень-очень важное такое мероприятие. Называется запуск каталога, каталога номер 5. И я вот сейчас думаю, размышляю, не опаздываем ли мы с вами. Не в прямом смысле, а в переносном смысле, что сегодня уже у нас какой день каталога, кто знает? Какой сегодня день каталога идет? Я немножко потерялась. У нас сегодня не было доставки. День доставки. Третий день каталога. Вот. И на самом деле, когда у нас конец каталога, когда у нас финиш, мы знаем с вами прекрасно, что за какие-то несколько, ну, не то что часов, могут поменяться не просто товарообороты вашей группы, но вместе с этим прирасти еще и доходы ваши. Буквально час, буквально два, буквально три часа, и меняется, как сказать, ситуация у людей с новыми уровнями, люди появляются. Спонсор напоминает кому-то добить, там не хватает до 3, до 6, до 9%. Но я думаю, что кто до 12% был нацелен, они уже это отслеживают самостоятельно. Так вот я хочу сказать, не теряем ли мы с вами 3 дня, может быть, нам лучше запуск каталога фокусироваться на воскресенье. Я понимаю, что воскресенье такой день, как сказать, семейный, и хочется больше отдохнуть. Но, может быть, мы сделаем такой вариант. Вот я просто хотела обсудить, здесь большая часть лидеров. Если мы сделаем вариант запуска каталога в воскресенье, вот, а запись потом могут люди брать, выставлять в чат его тогда, когда им удобно ставить. Потому что все-таки в воскресенье уже можно делать заказы, уже можно, ну, стартовать в акциях. У нас всегда уже на воскресенье мы знаем, какая акция и где что. Мне просто, ну, не знаю, мне кажется, с одной стороны, 3 дня это многовато мы теряем, а с другой стороны, когда смотришь на тех людей, которые настроены на рост, они и без старта каталога уже поделали свои заказы. В распечатке смотрю и 100 баллов, и 150, и уже ведут собеседования кандидаты на регистрацию. Вот. Поэтому, ну вот как вы считаете, как нам оставить вторник запуск каталога или можно на воскресенье перенести? Как вы думаете, в воскресенье все-таки много наших консультантов дома, партнеров и днем или вечером, как на ваш взгляд? Вот запуск каталога. Вот то, что мы делаем. Как правило, на запуске каталога проходит общий такой итог каталога, отмечаются наиболее такие, скажем, лучшие результаты каталога, обсуждаются акции, предложения какие-то по внедрению акций, рассматриваются какие-то фишки каталогов, и уже в воскресенье люди заряжены. Я просто почему-то говорю, я когда сижу вот на офисе, встречаясь с людьми, у меня много приходит людей, которые работают, вот после работы прибегают, забирают заказы. И вот думаю, все-таки воскресенье такой день, когда они дома, может быть, мы можем их вовлечь, слушайте, не знаю, куда очки поправить. Так, как вы думаете, а меня слышно вообще? Ага. Как вы думаете, воскресенье или понедельник? Так, Гертруда на воскресенье, так. Оль, а я не поняла, да, что, к чему, да. Скажите, воскресенье или понедельник, девчонки? У нас рабочая такая встреча сегодня. Воскресенье, Таня пишет. Хорошо, давайте мы эту тему в нашем чате продолжим. Пожалуйста, я попрошу вас там высказаться. Именно запуск каталога. Удобно будет или неудобно? Итак, мы начинаем сегодня запуск нашего 5-го каталога. Хочу несколько слов сказать. Да, вечером вот Таня предлагает, и Таня тоже вечером предлагает. Ну, уже как бы так семья в сборе, детей собрали в школу, там в садик, на работу мужа приготовили. И, в принципе, можно часик выделить нам, да? Вот, и людей своих, консультантов сюда под... ну, как привлечь, потому что просто консультанты – это будущие ваши менеджеры и директора. Так вот, я хочу еще сказать вот что. Смотрите, девчоночки, у нас закончился 4-й каталог. Я только-только вспомнила, что не поставила на презентацию одну важную картинку. Много-много лет назад, когда мы
открывали одно звание за другим каждый год, и директора у нас росли, и девочки-умницы открывали свои звания. Я заметила такую систему, не систему, а, как сказать, цикличность бизнеса. И она заключалась, я сейчас попытаюсь без картинки это объяснить. Если будет непонятно, я обязательно картинку выставлю в общий чат. И вот цикличности бизнеса заключалась в том, что весь год наш, 17 каталогов, можно разделить экватором. И верхняя часть – это идет 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, ну, 4 заканчивается каталогом, где-то 3, 4. Это был период продаж, потому что на это время приходится больше всего праздников, люди меньше гуляют на улице, больше возле компьютера находятся, легче включаются в проекты, потому что делают подарки, им выгоднее открывать дисконтные карты, ну и как бы от огородов свободно, от поездок и все такое. Вот такой период, сезон продаж. И потом один из каталогов на экваторе, перед экватором сезона продаж и в конце сезона продаж, перед следующий этап начинается 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Это называется сезон бизнеса. Но это я так назвала из практики своей. Потому что я считаю, что в это время, девочки, ну весна, это вообще время, когда лучше всего сеять зернышки и ждать к осени восходов, да, как цыплят по осени считать. И вот весною, летом, с одной стороны, время такое, что люди разлетаются, и с ваших организаций, я сейчас расскажу про некоторые закономерности, кто у нас совсем недавно в проекте, он будет понимать, о чем сейчас речь идет. Вот, про закономерности хочу рассказать. Значит, и бывает такое, что люди, которые зимой с вами были в проекте, начинаются огороды, начинаются там... Ой, все, это у меня такая волосиночка попала, извините. Вот, начинаются огороды, и люди, ну... отдых, там еще какие-то, я не знаю, отношения, там обстоятельства, и люди, бывает, иногда уходят некоторые. Но хочу вам сказать, самые те, которые рассмотрели интересы, выгоды, подросли 6-9% в период продаж, они начинают, как говорится, вкуривать в то, что здесь кроме подарков по стартовой программе, по акциям, есть еще что-то интересное. И наша задача, как правило, я говорила, к этому периоду, как раз сейчас пятый каталог, отсортировать людей, команду ключевую, именно те люди, которые настроены в летний период не отдыхать и загорать, а именно включиться в активный рост, свой личный рост за счет рекрутинга. Вы поняли? Вот. И вот, вот этот период, как правило, вот разговаривая с разными лидерами разного уровня, все говорят, все малыши, которые приходят летом или стартуют в летнее время, они очень крепкие лидеры. А давайте, кто у нас напишет, кто пришел у нас в летний период? Может, есть у нас такие лидеры? Кто пришел, кого пригласили летом, зарегистрировали, кого летом? Неважно, какие у вас сейчас результаты, кто пришел летом? Поставьте летом-то, ну, можете месяц написать. Вот, ага, кто пришел летом? Вот, Оля пришла Пелецкая летом, видите? Таня Харченко, Гертруда пришла, Лена Абраменко в июле пришла. Вот смотрите, я не обманываю, это период такой, когда, ну вот, Настя Гаргуль, я же помню, я тебя летом зарегистрировала. Вот, это период как раз такого, вот знаете, как... когда люди, ну, могут и, ага, все, и Настя, да, да, вот, так вот я хочу сказать, это такой вот период, и у нас с вами, вот, знаете, все в жизни зависит от настроя человека, может быть, знаете, кто-то может сказать, что да, это такой период, все, уже ничего не получается, вот, а кто-то наоборот настроится на то, что я вам сейчас говорю, что сезон бизнеса, и этому подтверждение, что становится больше световой день, больше мы можем быть на улице, больше общаться с людьми. Второй момент. Летом мы много мигрируем, ездим куда-то к бабушкам, к дедушкам, детей куда-то. И у нас есть возможность с людьми знакомиться в дороге, потом в тех местах, куда мы приезжаем, на отдых, там с отдыха и все такое. И к нам точно так люди приезжают, кто-то к родителям приезжает, еще там что-то. Вот. И вот этот вот период, его надо не потерять, надо быстро включиться в него. И, как говорится, приглашать. И вот мы сейчас с вами как раз на пороге этого сезона бизнеса. И у меня очень такой хороший, классный настрой. И более того, хочу сказать, у меня не просто настрой, у меня ощущение, так, а что ж наши слайдики, дорогие? Что ж они капризничают так, а?
Так. Вы слайд видите, девчонки? Я вижу слайд. Только не могу понять, почему он не вращается. Угу. Сейчас, секундочку, разберусь. Ага. Так, так. Не поняла. А что он не листается? А, подождите. А вы не видите слайда, да? Ага. Все, то у меня уже она показалась. Все, у меня первая страничка показалась и пишется, подождите несколько минут. Ну ладно, как раз я и закончу. Ну, добрый вечер, скажу. Добрый вечер. Ты шел попить воды? Не, поехал. Вода, короче. Понятно. Ну, в общем, короче, мне тоже чашка с водой надо, Дим. Вот, прошу прощения. Значит, девочки, я просто сейчас на чем хотела сфокусироваться? На том, как мы будем воспринимать этот период времени. Я расскажу просто о своем уровне 12%. Старички наши уже об этом слышали, но хочу рассказать новым партнерам нашим. Много-много лет назад, когда я пришла в компанию, в сезон продаж активно у меня стала расти командочка. Появлялись люди, кого-то я считала своими партнерами, кто-то там, ну, и близко не подходил к партнерам, мои надежды так вот, знаете, как цеплялись и все такое. Но неважно. Факт тот, что мы всей командочкой в апреле месяце, в мае месяце... Ага, благодарю. Спасибо. В апреле, в конце апреля, в мае вышли на уровень, первый раз я вышла на уровень 12%. И раньше у нас были, как итоги каталога от компании, проходили в Донецке, очень красивом месте таком. И собирались лидеры разных-разных структур, и руководство компании рассказывало и показывало результаты. Ну и на сцену приглашали лидеров, которые вышли на 3%, 6%, 9% и так далее. И вышла на сцену я 12%, еще пару человек, и нас было очень мало. И когда потом после этого мероприятия я вернулась на сервисный центр, там какие-то дела доделать, подошла ко мне одна женщина и говорит: «Я вас поздравляю, но это так неожиданно, это ж такой период, когда никто не растет». Я так не ожидала вообще, думаю, это что, нельзя расти или что это такое? Вот, и спросила у своего спонсора, у Леночки Нетребенко, говорю: «Лен, а мне вот женщина сказала, она говорит, не обращай внимания, у нее просто свои стереотипы, что весной и летом люди не растут, но ты же выросла». Я говорю: «Ну действительно, я выросла». И вот с тех времен, я хочу вам сказать, у меня глубокая убежденность, что лето самое эффективное время для бизнеса. Девочки, я не знаю, что, сейчас, секундочку, еще раз, ну вот он. Вот он, запуск каталога. Так, ну, о, ура, поехали, поехали. Вот, и у нас, и хочу эту уверенность передать вам. И на это у вас есть основания. На это у вас есть основания, потому что полно вокруг нас примеров в нашей же стране, в наше же время, с нашими каталогами. Люди растут. Если они растут, значит, и мы с вами сможем. И сегодня вторник, традиционно у нас проходит партнерская встреча, и самое время взяться за дело. И хочу сказать вам, что очень важно, я уже говорила в понедельник при запуске, очень важно, когда вы делаете выбор свой. На самом деле, вот, девочки, честно говоря, если посмотреть, кто где живет, кто что кушает, кто в чем одет, кто на какую работу ходит, это все результат выборов. И не одного выбора, а каждый день какие-то маленькие выборы люди делают. Я встретила совсем недавно свою коллегу по школе, которая неоднократно делала предложение о работе, еще не онлайн, а просто в Орифлейм, потому что она хороший преподаватель, очень грамотный. И она все время говорила, вначале мне говорила: «Давай ты первая, я посмотрю». Потом, когда уже прошло время, я о ней вспомнила: «Давай приходи». Она говорит: «Не, это уже поздно, надо было раньше». Сейчас я ее встретила возле привата, и она мне говорит, я говорю: «Ну что ты, давай, сейчас онлайн, так легко, программы такие интересные для новых партнеров и все такое». Она говорит: «Ну, ты понимаешь, поезд ушел, уже, в общем, как бы поздно и все такое». Так вот, я хочу сказать, и стала жаловаться на то, что там, какие сложности на работе. Так вот, она живет той жизнью, которую выбирает каждый день. Вот каждый день она делает какие-то маленькие выборы. Если бы она сделала выбор 5 лет назад, или даже 2 года, или год назад, или даже сегодня, она сделала маленький выбор попробовать свои силы в проекте нашем, уже через неделю у нее бы не было, еще через неделю у нее бы не было счета в банке. Но жизнь бы начала потихонечку меняться. И самая первая перемена бы произошла тогда, когда человек начал видеть перспективы.
перспективы, возможности своей жизни немножко другой. Понимаете вы? Кто-то скажет, это вообще невозможно сейчас. А кто-то тихонько будет улыбаться и упорно делать это. И хочу вам сказать, что у нас сейчас в проекте включились в работу такие активчики, девчонки. Ну, я просто ними восхищаюсь, потому что они каждый день слышат, ну, новички так это точно слышат. Настена, вот мы разговаривали, да, Алина вот говорила, что люди говорят, ну, куда ты полезла, уже поздно, уже все места забиты. Потом такое возражение, да это уже не бренд, это уже отстой, там уже какая-то новая какая-то фирма, пятая-десятая. Вот, потом это развод, интернет-работа, это неправда. Вот, ну, а самые близкие вообще говорят, ты что, сошла с ума? Ну, хочу вам сказать, спросите во всех наших директоров, вот спросите у наших всех директоров, у Оли Пелецкой, у Тани Харченко, у Лены Абраменко, спросите, кому такое не говорили самые близкие люди. Вот самые близкие, подруга, сестра мне говорят, ты что, с ума сошла? Ты школу бросишь, у тебя там зарплата и все такое, понимаете? Поэтому, дорогие мои, от наших маленьких выборов, каждый день, вот маленький выбор, точно так, как и, знаете, вот суп, который вы поставили варить, и вы один раз посолили, второй раз, третий раз, четвертый, пятый, десятый, и, наконец, он у вас будет очень соленым. И точно так положительную, обратную сторону. Если вы что-то делаете по маленьким шагам, выдерживаете удары возражений, особенно на старте. Самое сложное – на старте возражения выдержать. Сейчас вот давайте Тане Харченко скажем, о, цель нереально, цель невозможно. Она вам расскажет в конце сегодняшней встречи, реально это или невозможно это. Вот, и я хочу поприветствовать выбор этих трех девушек, которые решили в этом году сделать рывок. И чтобы 2019 год разительно отличался от 2018 года по доходам компании Oriflame, по росту их команды, по появлению новых бизнес-партнеров. И я... Ну, не то, что искренне верю, я просто уверена, я знаю, что у них это все получится. Потому что на самом деле это позитивчики, это оптимисты, это целеустремленные и трудолюбивые люди. Вот просто как наша Галочка Шафиева, как, знаете, вот как радист Кокет работает. Я не знаю, кто больше работает. Поэтому я считаю, что она прям, вот знаете, как, которая картинка, вот знаете, когда там мы все время выставляем, человек идет золотоискатель, бьет по стене там и пытается найти что-то там. Вот она ближе всего к этим сапфирам, золоту и бриллиантам, хочу сказать. Хотя... Может быть такое, друзья, что вы сейчас смотрите на эти фотографии, и вы можете настолько замотивироваться, вдохновиться сегодняшней встречей, что можно включиться и догнать наших девчонок, и перегнать и их, и меня, и мы будем только рады и будем аплодировать этому. Понимаете? Потому что, ну, маркетинг-план так устроен. Кто больше топает, тот больше и получит. Вот, поэтому поздравляем девчонок. Самое главное, что они уже сделали этот выбор, они сказали, да, я это делаю. Галя, Катя, Таня, я искренне желаю нам новых побед. И, конечно же, эти победы невозможно было сделать самостоятельно, просто самому и взять на себя такую ответственность сделать это. Конечно же, за спиной этих девчонок стоят уже команды, стоят партнеры. Партнеры разные, хочу вам сказать. У некоторых партнеров еще тоненькие ножки. Они такие слабенькие, они такие неуверенные. Знаете, вот как маленькие детки, которые делают первые шаги. Но в них есть, в их глазах есть огонь. Они верят, не хочу говорить, что еще. Они верят, и у них обязательно все получится. Они хотят и делают, и уже получают результаты. Даже те отказы, которые они получают, это тоже результат. И я вдохновляюсь такими людьми, вот как Оля Дудюк, как Настя Гаргуль, как Люда Ямпольская, как Маша наша с Крыма. Да, вот люди, которые проходят, вы думаете, они не получают отказов? Все получают. Как Наташа, наша совсем новенькая, совсем вот Наташа, которая
ой, быстренько хотела сказать, с Красногоровки, которая прям сегодня говорит, Света, позвонила, Света, ну что, продолжаем работу, и надиктовывают мне телефоны, и собеседования, и разговоры, и, ну, вот личный результат сделала в прошлом каталоге, с первого шага сразу 6, почти что к 9%. И уже сегодня были собеседования у нее были разговоры, и, то есть, вот это люди, которые настроены на результат. И надо нам присматриваться к ним. И, ну, я не знаю, меня лично вдохновляют и мотивируют эти люди. И я думаю, что они на 100% используют формулу роста, и у них обязательно-обязательно все получится. И давайте мы с вами проговорим эту формулу роста, посмотрим. Ага, как интересно получается. Секундочку, друзья мои. Минуточку, что-то я смотрю, это не того. Сейчас, секунду. Презентация. Секунду, секундочку. Так, ага, у нас на столе, ага. Ага, все в порядке, я напрасно испугалась. Все, значит, у нас впереди... Ну, великолепные предложения от компании. Вы знаете, мы работаем с вами не сами по себе, на энтузиазме, беги, бери, делай, зови и все такое. У нас с вами очень надежный партнер, компания. И хочу вам сказать, вот каждый каталог, она приносит какие-то сюрпризы. Начиная от каталога, новинок в каталоге, и заканчивая какими-то акциями, которые объявили вот сегодня, замечательная акция на поездку в Стокгольм, я думаю, что вы читали все. И это вот реальности, возможности ваши, понимаете? Если в голове сказать, что нет, не получится, конечно же, вы будете правы. Но если вы скажете сами себе, хочу, могу, и у меня получится, то обязательно у вас получится. И я с огромным удовольствием хочу сейчас пригласить Олю. Хочу пригласить Олю Пилецкую, чтобы она рассказала нам очень вкусно о программах компании, которая предлагает нам, чтобы мы дополнили свою формулу роста. Я думаю, что вы понимаете, да, БАК – это база активных консультантов, то есть это люди, которые делают заказы, и последние три каталога делали заказы. Рекрутинг, вы поняли, это приглашение. Реактивация – это когда мы будем людей, которые больше трех каталогов не делали заказы, и если мы от этой суммы отминусуем этих заснувших, то у нас с вами будет рост. И вот чтобы у нас быстрее был рост, у нас есть с вами специальные программы, о которых сейчас расскажет Оля. Оль, моя к ним, ты готова? Я отключаюсь. Ага, все, отключаю. Девочки, пожалуйста, поставьте плюсики, кто меня слышит, видит. Я жду. Жду ваших плюсиков. Так, видно, слышно меня? О, все, замечательно, не будем время задерживать. Значит, дорогие мои, очень рада вас поздравить с началом пятого каталога. И он порадовал, я только зашла первый день на сайт компании и очень-очень порадовалась тем предложением, которые на пятый каталог компания нам предлагает. Пятый и последующие каталоги. И начну я, так скажем, радоваться вместе с вами за то, что у нас в стартовой программе произошли, так скажем, изменения подарка первого шага, потому что компания каждые три каталога будет менять нам подарки за пройденные шаги в первый шаг. В каталогах 5 и 7 у нас будут две туалетных водички. Это тоже очень-очень радует. Светочка, следующий слайд. У меня почему-то не переключается. Клацай, Света, следующий слайд. Значит, две туалетных водички. Одна женская и вторая туалетная водичка мужская. Значит, туалетная вода Lucia Breathe Hour. 50 миллилитров, цветочно-фруктовый древесный аромат. То есть он просто создан для весны, для нашей женственности, для нашего такого хорошего весеннего настроения. Он просто уникальный, не подвластный даже времени.
Вот, ты как будто источаешь свет, и заряжаешься энергией, яркий цветочный такой аромат, он как раз будет в пору весной. Но если кто-то хочет сделать радостный такой подарок из новичков своим близким, кому-то, брату или, может быть, мужу, то может выбрать себе Flamboyant. Это мужская туалетная вода, которая характеризуется как и одновременно мужественный аромат, и очень чувственный аромат. То есть рядом с мужчиной, который излучает такой аромат, вы будете чувствовать себя очень комфортно, будете чувствовать себя защищенной. Вот так вы можете представить этот аромат своим новичкам, его характеризовать, чтобы у них появилось желание его заработать. Так, дальше мы с вами идем. Значит, стартовую программу мы с вами разобрали. Теперь у нас очень хорошая просто новость. Я тоже очень-очень этому порадовалась, потому что следующая акция у нас тоже на 3 каталога, как раз на 5, 6 и 7 каталоги. Это акция по... акция лояльности называется, по активности акция, да? Вот, и здесь тоже невероятные подарки. Вот, давайте с вами разберемся, что же здесь предлагает нам компания. Ну, в первом каталоге, вот сейчас, который идет, это каталог номер 5, нам предлагается для, даже для тех, кто делает 150, 200, 300 бонус-баллов, вот, достаточно, ну, сделать суммарный заказ, начиная с 50 бонус-баллов, и потом можно продолжать свои делать заказы, но уже быть уверенным в том, что в следующем каталоге вы сможете воспользоваться предложениями компании и заказать себе по коду, который здесь указан. Вот видите, три кода на первой стране, на первом рисунке, на первом, так сказать, наборе акционов, да. Вот здесь есть три набора, три кода, это значит три набора за пройденный, начиная от 50 бонус-баллов, суммарный, причем, хочу подчеркнуть, заказ за пятый каталог. Что же здесь предлагается? Ну, во-первых, здесь предлагаются нам предметы декоративной косметики, просто брендовые продукты. Один из продуктов, я сейчас вот так покажу вам, да, это... Значит, там входит в набор, вот самый первый набор, который декоративной косметики у нас за пятый каталог. Это идет блеск от компании, ухаживающий блеск от компании Oriflame Giordani Gold. Вот сейчас я вам его продемонстрирую. Это мой любимчик, один из любимчиков. Вот смотрите, когда я наношу его, невероятный блеск. Ой, боже мой, куда же его показать? Вот, невероятный такой блеск. Вам видно или не видно, я не знаю куда. Да, вот, очень хорошо ухаживает за губками, дает им такое ощущение комфорта, ухода, ну, питает губы. И еще оттенок такой невероятно женственный и красивый. Вот, и блеск, естественно. И CC-крем наш. Это продукт, который любят, ну, практически все, кто в Oriflame не первый день. Те люди, которые уже испробовали, и клиенты у меня довольны CC-кремом, потому что он многофункциональный, он решает очень многие вопросы, он ухаживает за нашей кожей, вот, он маскирует наши недостатки, то есть помогает нам выглядеть просто неотразимо. Если вы выберете декоративную косметику, закажите с заказом 25 бонус-баллов в следующем шестом каталоге, закажите этот код, который здесь указан, вот, на этот набор. Если вам приглянулась вот Flamboyant, о которой я говорила, видите, есть такая туалетная водичка и для новичков, и могут спонсоры или все люди, которые не первый день в компании нашей, да, они тоже могут воспользоваться предложением, сделать свои просто самые-самые маленькие усилия и уже заработать себе такой подарок за 185 гривен со скидкой 75%, да, невероятная скидка, заказать себе тоже в следующем каталоге с заказом 25 бонус-баллов. Обязательно, обратите внимание, только при заказе в 25 бонус-баллов вы можете указать этот код и получить эту туалетную водичку по такой смешной цене. Вот, это парфюмированные воды, они очень стойкие и долго-долго держатся и на вещах, и на волосах, и на теле. Вот, следующее за первый
за пятый каталог у нас следующий заказ, подарок мы можем взять. Если вам не нужна декоративная косметика, или не приглянулся аромат Flamboyant, то вы можете себя порадовать. Туалетная парфюмированная водичка Posses Secrets. Вот, она просто невероятная туалетная вода. Posses Secrets у нас очень, ну, как сказать, она как брендовая туалетная водичка парфюмированная. Можно почувствовать себе внутреннюю силу, такую уверенность в себе, да, с этим роскошным ароматом, вдохновленной легендой о северной богине. Иду, понимаете, когда пользуешься этим ароматом, ты тоже себя можешь почувствовать богиней. Да, он изысканный этот аромат, он соблазнительный, женственный. И знаете, что меня еще прельщает в этом аромате? Что сюда входит особый такой уникальный аккорд, называется «Золотое яблоко». То есть дополнен он таким изысканным, ну просто невероятным, так скажем, такой ноточкой, да. Значит, дальше, в шестом каталоге мы можем с вами заработать, то есть продолжается три каталога, это акция активности. Это может использоваться и новичками, и теми, кто давно не делал заказы, и нашими активчиками. Вот, это даже можно предлагать своим клиентам для того, чтобы они заработали, ну, то есть подписались, ну, вначале просто сделать им такое предложение. Ну, ну, находите, как сказать, варианты для творчества и для своего креатива. Значит, продукты, которые у нас идут за шестой каталог, вот, это у нас парфюмированная водичка Love Potion женская, тоже очень давно она пользуется спросом большим, это восточные такие нотки аромата, вот, они очень женственные, очень привлекательные, так что вы тоже будете неотразимы. Туалетная водичка Giordani Goldman, меня эту туалетную воду давно-давно любит и муж, и сын мой, вот, и все, кому предлагала, были просто в восторге. Очень стойкие ароматы, мужественные такие. Вот, и, так сказать, это Giordani Gold, это наши бренды, это люксовые продукты. И набор третий за шестой каталог, который мы можем заработать, да, то есть один из наборов мы выбираем себе и делаем заказ от 50 бонус-баллов и выше, вот, по итогу каталога суммарный заказ на 50 бонус-баллов. И в следующем каталоге, то есть это уже будет седьмой каталог, мы заказываем на 25 бонус-баллов какой-то бонусный заказ, и туда же включаем один из продуктов, один из наборов, которые предложены за шестой каталог. Вот, за шестой каталог третьим набором является ультрастойкая корректирующая тональная основа, тоже с SPF 30, то есть как раз своевременно она будет как защита вас от солнца, потому что самый поверхностный слой, который наносится, то есть после крема мы наносим тональную основу с SPF 30, и мы будем гарантированно защищены от воздействий солнца, то есть старение нам не страшно. Вот, Зеван, хорошо. Девочки, кто с Курахова воды не будет, набирайте. Здесь объявление следом пошло. Хорошо, Толь, все, тише. Я отключили, отключат какое-нибудь здание. Хорошо. Уплату до канала. Хорошо, понятно. Чтобы не забыл. Дальше, понятно. Столовая, слоновая кость. Извиняюсь, ультрастойкая корректирующая тональная основа, слоновая кость. Это самый популярный, самый востребованный тон тональной основы. И сюда же в этот набор входит ультракремовая губная помада 5 в 1, тоже тренд, тоже очень большой популярностью пользуется. И солнечный коралл как раз будет вам для особых случаев, нарядные губки ваши будут. Вот. Этот набор, каждый из наборов вы получаете за 185 гривен. На это располагайте. Причем дается за каждый набор еще и 15 бонус-баллов. То есть это тоже такое очень хорошее предложение от компании. И в седьмом каталоге мы можем разместить суммарный заказ на 50 бонус-баллов и более суммарно, еще раз говорю, суммарно. Вот. И получить возможность заказать любой продукт следующих наборов.
Значит, туалетная водичка Giordani Gold на Т. Это с более древесными, более такими, знаете, более взрослыми нотами. Вот я бы сказала, и даже нота дыма, как, ну, такого табачного дыма есть там. Вот, очень красивая упаковка, толстое стекло, шикарно выглядит. Рекомендую, тоже пробовали, очень нравится. Значит, парфюмированная водичка, второй, так сказать, набор подходом следующим, это парфюмированная вода Giordani Gold Original. Это, ну, давно-давно она пользуется популярностью, был аромат, и он обновлен сейчас с нотками более трендовыми в это время, вот, добавлен. Кто любит яркие такие насыщенные ароматы, особенно они подойдут для вечернего использования, женский аромат, вот, пожалуйста, рекомендую. И набор третий за выполненные условия в седьмом каталоге, это набор, который включает в себя восстанавливающие тканевую маску, представляете, для лица Novage, и мультифункциональный защитный крем для лица SPF 50 Novage. Это просто невероятные, как сказать, предложения от компании, потому что эти продукты, все продукты Novage, вы знаете, что они очень ну, дорогие, очень такие, ну, как сказать, продукты, которые у нас производятся. Ну, несколько лет разрабатывается, Толь, ну, можно? Вот, и естественно, что приобрести таких два вообще невероятных продукта, вот тканевую маску и защитный крем с SPF 50, как раз будет в сезон летнего периода, да, использовать вам, получить и использовать. Получить всего лишь за 185 гривен себе приобрести при заказе на 25 бонус-баллов. Это просто сказка, это просто, ну, не знаю, невероятный просто подарок от компании. Вот. Хочу сказать, что учитывается продажи из всех каналов, то есть вы можете заказывать из аутлета нашего, вот, и даже если будет на сайте какие-то распродажи, онлайн-распродажи, это тоже будет учитываться. Можете себе взять это на заметочку и использовать это. То есть и wellness-продукты, все-все-все продукты будут учитываться на 50 бонус-баллов и на 25 бонус-баллов тоже в следующем каталоге. Значит, если какого-то выбранного набора не будет, вот почему и нужно поторопиться, да, в первых заказах, как Света говорила, прямо с воскресенья начать делать заказы следующего каталога, вот, то тогда будет предложен какой-то другой взамен равноценный подарок. Итак, о подарках лояльности, я надеюсь, вам все рассказала. Сейчас мы переходим с вами вообще к невероятным от компании предложением. Компания по приглашению — кухня Oriflame 2. Почему кухня Oriflame 2? Потому что у нас уже была кухня Oriflame 1, где зарабатывали кастрюльки. Вот, и у нас есть люди, которые... Напишите в чате, кто получил кастрюльки. Вот, от компании очень качественные наборы. Вот, и украсил свою кухню. Ну, естественно, доставил себе удовольствие в использовании. Вот, я хочу немножко подробнее остановиться на этих продуктах, потому что это не просто такие подарки для галочки, скажем, да? Это очень качественные предложения от компании, очень качественные, как сказать, приборы, что ли, для нашей кухни, да, те, которые не просто украсят нашу кухню, они красивые, но еще и функционально они очень надежные и порадуют вас в использовании. Они очень надолго вас будут радовать, потому что у меня, например, я раньше когда-то получила вот такой вот блендер, да, я ним до сих пор пользуюсь, этому блендеру уже, наверное, ну, если не 6-8 лет, я даже не помню, сколько. Вот, он меня выручает, когда я готовлю утренние смузи себе с бананом там или с какими-то другими продуктами, с творогом и с нашим коктейлем. Вот, это полноценный завтрак. И вот такие вот ножи, вот смотрите, какие ножички у меня, тоже были у нас
в акции. Я знаю, что у нас, девчонки, тоже пользуются многие до сих пор такими ножами. Здесь очень крепкие, хорошие, устойчивые, ну, в общем, ручки удобные, они не скользят. Точно такие же ножи будут даже более... Ну, больше, ну, намного лучшее предложение, потому что там керамика, вот в тех предложениях, которые в этом каталоге. Но давайте с вами по порядку разберем. Значит, у нас получается блендер погружной, то есть он будет погружаться в емкость, вот, с очень надежной такой прочной пластмассой. Блендер сам пластмассовое основание и очень прочная сталь, того наконечника, который будет измельчать. К нему же еще идет в комплекте и, так скажем, смеситель, как вы видите, да, вот тоже с прочной стали, из пластмассы. Вот все это, ну, однозначно пригодится в наших с вами кухоньках, вот, где мы будем готовить вкусняшки для нашей семьи, вот, и радовать наших близких. Значит, что хочу за блендер еще сказать. В комплекте я вам сказала, что есть венчик, да, вот, и еще, ну, этот блендер, он электрический, там 1,20 м, получается, длина самого шнура, емкость измельчения 500 мл и емкость мерного стаканчика 700 мл, мощность 800 ватт. То есть это, ну, средняя такая довольно приличная мощность для того, чтобы делать свои все, ну, нужные дела на кухне, да, и даже можно измельчать, как было представлено и говорилось о том, что даже орехи можно измельчать, ну и кофе наверняка. Хорошо, значит, мы можем этот блендер заработать буквально при минимальных условиях, пригласить трех своих друзей или соцсетей людей, да, и помочь им пройти первый шаг, и вот заработать этот первый подарок свой. Так, следующий шаг наш, это в шестом каталоге. В шестом каталоге мы можем заработать с вами такой невероятный столовый набор, прибор. Вот рондл, тот, который такой же фирмы, какой были кастрюльки, кто успел заработать. Да, материал высококачественная нержавеющая сталь. Вот, и здесь 6, получается 24 предмета, вот 4 набора, то есть вилочки, как видите, нож, большие ложки, маленькие, по, для 6 персон. Вот следующий, Света, передвигаемся к следующему подарку, то есть вы, пригласив 3 человек, зарабатываете тоже этот набор. Вот, и в 7 каталоге, а сделайте это в 6 каталоге. Так, что я здесь? Нет, сделайте в 6. Почему в 6, если это за 7 каталог? Да, ошибочка. Вот, я тоже думала, что ошибка. И 7 каталог нас может порадовать вот такими, как я говорила, ножами, но еще намного прочнее и удобнее, потому что они сделаны с керамики, вот, с керамического материала. И они очень прочные, очень надежные ножи. Здесь есть разделочные ножи с керамическим лезвием. Вот ручка пластиковая с прорезиненным таким покрытием, чтобы не скользили ножи. Длина ножей 25, 28, 32 сантиметра. То есть удовлетворит любые запросы наших хозяюшек. Да? Нож поварской, нож разделочный и так далее. Вот, материалы лезвия, как я сказала, керамика, индивидуально, там еще есть подставка, то есть для всех трех ножей есть еще и подставочка. То есть очень, ну, очень-очень хорошее предложение для нас с вами. Да, надо только приложить усилия, чтобы пригласить своих знакомых. В каждом из каталогов, 5, 6, 7 каталоге, мы приглашаем по 3 и более человек. То есть для того, чтобы 3 прошли и наверняка получить набор, любой из этих наборов для кухни, нам необходимо
Естественно, что 5, возможно, 4-5 человек пригласить, чтобы 3 точно наверняка прошли стартовую программу, по шагу стартовой программы, необходимо им помочь. Вот, и получить такие, ну, просто невероятные подарки. Вот, смотрите, что нам это еще дает. Помимо того, что мы получим с вами подарки, просто замечательные, которые каждую хозяйку порадуют, да, еще у нас, получается, придут люди, которые будут проходить шаги, естественно, что будут расти наши команды с вами. Смотрите, если мы пригласим людей, по 3 человека, заработаем блендер, ну, давайте посчитаем просто как бы за первый шаг, да, если у нас в наших командах по 5 человек людей заработает блендер, то, получается, 5 человек приглашают по 3 рекрута, вот, то есть каждый из них по 100 бонус-баллов, и это, получается, 1500 бонус-баллов прибавляется, то есть сразу 9% новый уровень у нас. И естественно, что ваши доходы, ваш товарооборот растет, бонус-баллы растут, и партнер постепенно выходит, то есть с каждым каталогом растет его уровень, и он выходит на 12% и так далее. Квалификация на Ибицу идет, турборост, вот, и до конца лета можно еще и на банкет успеть поехать. Вот такие вот у нас невероятные предложения от компании, и она это предлагает не просто так, а с двойным смыслом, чтобы было и приятно, и в то же время и рост был в командах. Вот, и были зарплаты, формировались хорошие. С планом это легко. Необходимо планировать вот, себе, даже если сейчас нет у вас партнеров, их можно просто спланировать, и ваше огромное желание, вот, ваши действия приведут к такому результату. Вы будете и с подарками, и вы, и люди, и будете с новыми ключевыми командами. Так, все, Света, да? Хорошо. Все, на этом я желаю вам успехов и всех-всех-всех подарков, чтобы вы смогли заработать и дали возможность людям. Спасибо большое, Оля. Оля, мне кажется, так рассказала вкусно о подарках. И вы знаете, я хочу сказать, на самом деле компания очень щедрая на подарки. Иногда наши лидеры или партнеры, ну, даже не знаю, не могу сказать, что это лидеры, консультанты иногда говорят: ой, да не, мне такая сумочка не надо, не, мне этот шарф не подходит, или мне эта кастрюлька не надо. И хочу сказать: слушай, дорогая моя, да заработай ты этот шарфик, подари этот шарфик своей мамочке, подари этот шарфик своей куме, подруге, кастрюльку дай, не подходит кастрюлька тебе, не подходят ножи, просто заработай, если ты сюда пришла именно на бизнес, зарабатывай. Вот, поэтому продукт, ну, подарки, которые дает компания, это не просто подарки, это, с одной стороны, для нас с вами стимул работы с людьми, а с другой стороны, это благодарность компании за то, что мы наращиваем свои профессиональные навыки. И хочу сказать, что я горжусь нашими партнерами, которые из акции в акцию получают подарки. Чемоданы, сумки, кастрюльки, там разные всякие, ну, скажем, такие прибамбасы от компании, как мы плюшечки называем. Но здесь очень важный момент, друзья мои, очень важный момент, чтобы не просто увлечься подарками. И подарки можно зарабатывать по-разному. Я хочу вам сказать честно, что бывает такое, что начинают просто регистрировать, перерегистрировать кошечек, мам, бабушек и все такое, чтобы получить. И вот уже эта команда, она получается, организация эта, она, ну, просто, скажем, как мыльный пузырь. Пока идет акция, ты там делаешь 100 баллов за человека, набираешь, потом как бегаешь, как сумасшедший, растыкаешь эту продукцию куда-то. Вот, и потом заканчивается каталог. На следующий каталог, кто будет за этого человека делать заказ, за эту кошечку или бабушку, или еще кого-то? Никто. Поэтому я предлагаю работать эффективно, получать и подарки, и поездки, и рост команды, и на следующий каталог закладку свою. Вот, поэтому работайте эффективно, грамотно и красиво. И никогда не будет, знаете, такого в душе подавленного состояния от лжерезультатов, потому что очень важно, чтобы
появлялись все время у нас новые люди, потому что именно новые люди являются в первую очередь показателем того, что ты эффективен на сегодняшний день. Во вторую очередь, для меня лично это вдохновение. Я уже говорила, когда я общаюсь с новыми партнерами, для меня это вдохновение, их горящие глаза, их интерес. Мне хочется, знаете, как поделиться с ними, но я понимаю, что нельзя сразу и много давать. И даем, как птичка, маленьким в ротик понемножку информации, чтобы глаза все больше и больше раскрывались на возможности и на свой личный потенциал. Потому что каждый, в каждом из нас есть огромный потенциал, и мы его можем с вами раскрыть. И совершенно правильно и верно, когда вы планируете свои результаты. Потому что без плана, хочу вам сказать, мне грустно, конечно, когда, ну, бывает, это жизнь. Знаете, как разговариваешь с кем-то, с партнеров, вот как ты можешь понять, вот ты приглашаешь новичка, как ты можешь понять, этот человек пройдет стартовую программу или не пройдет, включится в бизнес или не включится, как вы можете понять? Конечно же, по его действиям, конечно же, не просто по его намерениям, да, я хочу пройти стартовую программу, там, допустим, да, а когда человек делает, что он делает, и наша задача помочь этому человеку, чтобы он это все с легкостью делал, и мы сейчас будем помогать, подсказывать ему. И вот смотрите, посмотрим на нашу формулу роста, если мы с вами планируем, то мы должны учитывать каждую категорию в нашей организации, и неважно, какая у вас сегодня организация, или в вашей организации 150 человек, или только 50 человек, или даже 20 человек. Вот в этой организации есть, ну, как сказать, статусы людей, которые просто потребители, да, VIP-клиенты, которые берут только для себя там что-то, да. Есть люди, которые пришли за немедленной прибылью. Они любят продукт, сами пользуются и легко рекомендуют, и быстренько все продают. Могут, я не знаю, там уговорить, убедить, аргументированно, и они легко продают. Они получают немедленную прибыль. И вот это вот все люди, они все входят в базу активных консультантов. То есть это консультанты, которые делают каталог или через каталог заказы. Это база активных консультантов. И как раз вот акция, о которой рассказывала Оля, особенно вот обратите внимание, сфокусируйтесь на акции, на пятый каталог. Вот, что могут получить эти люди, что вы можете предложить. Просто эти люди листают каталог, они не всегда заходят в интернет, они не всегда знают об акциях. И вы как менеджер своей организации, даже если вы сейчас еще не менеджер, не 9%, начинайте выполнять функции менеджера. Начинайте прозванивать, у вас два человека, прозвоните двум человекам, сбросьте на Вайбер обязательно картинку, что ты можешь получить в этом каталоге. И не просто бросили, ну, скажем так, клубничку, да, вот смотри, какая клубничка, ты можешь это заработать. А расскажите о каком-то продукте дополнительно. Вы слышали это на мероприятии, как интересно рассказывала Оля, да? Потом, кроме этого, нам надо подсказать человеку, что можно приобрести на эти 25 баллов, допустим, ой, на 50 бонус-баллов, да? Вот, то есть это работа с базой активных консультантов. Потом рекрутинг. Рекрутинг – это приглашение новых людей. И вот здесь очень важно, мы можем легко приглашать людей, каждый из вас 100% может делать хорошие предложения. И вы это делаете. Когда вы посмотрите хороший, интересный фильм, вы можете рассказать своим коллегам по работе или родственникам, знакомым, как вы воодушевлены или как вам понравился этот фильм или какой-то сериал. Правда же? Точно так вы можете рассказать о каких-то продуктах, которые вы где-то берете, вам нравится качество этих продуктов и все такое. Вот точно так, когда вы знаете, о чем рассказать человеку, о чем рассказать человеку, вы можете его заинтересовать. Подходов вовлечения со своего теплого круга людей много разных. Я расскажу несколько подходов, которые делала лично я со своей практики. Я покупала пробник туалетной воды, которая была в акции, и давала, ну, показывала каталог, давала пару водичек, и давала эту или одну эту водичку попробовать своей знакомой. Она пробовала, и говорю, как тебе водичка? Она говорит, ну ничего, такая приятная. Я ей открываю каталог и показываю, сколько эта водичка стоит туалетная. Ну, желательно, чтобы она была без скидки. Если она даже без скидки, вот вы найдете нашу водичку Люсию в нашем каталоге, обведите ее жирным маркером и можете прямо в каталоге написать, что можно получить за 99 гривен.
Прямо оставьте это в каталоге. И люди, которые будут листать ваши каталоги, они спросят, а как это? Туалетная вода там стоит 500, а ты за 99 предлагаешь. Как это? И вы можете рассказать, что человеку можно просто сделать первый шаг и получить ее подарок. Так вот, я даю попробовать, потом показываю второй шаг, показываю каталог с ценой номинальной и говорю, что можно ее получить за 99 гривен. Вот таким образом, это один из вариантов, как заинтересовать человека регистрацией в наш проект. Да? Люди чаще приходят на продукт. Конечно же, когда у вас большая активность, полезно это было. Ага. Полезно это было, то смотрю, как подходят люди, пишут привет, мы уже заканчиваем, мы тоже рады вас видеть. Вот, следующий момент в рекрутировании, что еще получит человек, новичок, вы ему говорите, что по льготной цене ты можешь получить вот эту туалетную водичку, или мужскую, или набор, который вот за первые 50 бонус баллов. То есть автоматически ты можешь убить двух зайцев, делая 50 баллов. И отсюда у нас с вами вывод. Когда мы приглашаем человека и делаем заказ с ним, новичка, его фокусировать не менее в каталог, чем 50 бонус баллов. И у вас вот хороший аргумент. У вас хороший аргумент – акция лояльности. Следующий момент. У нас есть в распечатках люди, в информационном листке самая последняя колонка. Там, где больше 3, 4, 5, 6, 7, когда они не делали заказы. И сейчас отличный повод позвонить человеку и сказать, слушай, у нас акция по лояльности, ты как раз можешь попасть на эту акцию лояльности и сбросить эту одну картинку. Я вас очень прошу, не делайте целую кашу в голове человека, да, сбросьте ему одну картинку именно на этот каталог. Он вне бизнеса Oriflame, он вне акции компании. И когда вот бросаете большую картинку за 5-й, за 6-й, за 7-й каталог, какие подарки, все такое, у человека все смешается или всю стартовую программу, и он не поймет столько много, что надо делать и все такое. Бросайте конкретную информацию в Viber. Бросили картинку, вот это ты можешь получить. Можно немножко информации об этих наборчиках. Все. И вот таким образом вы можете разбудить людей своей организации. И теперь посмотрите, как это может заработать в формуле на каталог. Если вы пригласите 5 новичков, которые сделают по 50 бонус баллов, у вас сразу же прирост 250 бонус баллов. А если у вас большая организация и есть спящие консультанты, или это просто консультанты, которых вы заинтересуете этим набором, те люди, которые, может быть, не собирались в этом каталоге делать заказ, то 10 человек дадут вам 500 бонус баллов. В сумме 750 бонус баллов прироста, почти что 9%. Почему я написала вот эту формулу и вот эти примеры? Потому что именно в этом каталоге у наших партнеров ключевых, которых я вам сегодня представляла, Катю, Галю, Таню, у них в этом каталоге, у их партнеров открываются вторые ветки. А вторая ветка, она не должна быть одной регистрации 20 бонус баллов, вы помните, да? Потому что вторую ветку открываем для того, чтобы появился отрыв от первой ветки. Это говорит о том, что у тебя уже есть веточки стажировочные, активные люди. И нам надо отрыв, минимум 500-900 бонус баллов. Для того, чтобы мы попали на Ибицу, для того, чтобы был быстрый рост у вас и у всей команды, понимаете? Вот, поэтому фокусируйтесь на вот эти цифры, и если это разложить, девочки, если это разложить просто вот на каталог и выбрать просто в неделю один день, и в этот день 2 часа на работу со своей командочкой, это сбросить информацию, раз в неделю сбросить информацию, сделать звонок, наговорить что-то на Viber или в Telegram, и у вас обязательно вот эта цифра прироста будет. Вот эта цифра прироста будет, если вы поработаете с этой формулой. И обязательно должен быть план, девочки, обязательно должен быть план. Лучше всего это план на 3 каталога вперед. Вот такая табличка, я в чат сброшу, вы его распечатаете и просто от руки со своим наставником заполните. Напишите личные бонус-баллы, какой у вас план до конца каталога, на каждой неделе какой прирост. Обратите внимание, что постарайтесь за первую, кто приглашает, кто настроен на рост, обратите внимание, что вам надо сделать это за первую неделю, 100 бонус-баллов. Минимум, лучше 150, и перестраивайте себя и свою организацию, сделать бонус-баллы на первой неделе.
Вот, а вторую, третью неделю активно заниматься рекрутингом. Потом, вот смотрите, этому человеку, ну вот я просто взяла пример девчонок, которые сейчас на 9%, которым надо сделать отрыв 12%, да? Вот что им надо сделать. Они в этом каталоге ставят 1800 баллов. Каждую неделю по 600 бонусов по команде прироста. Эти 600 бонус-баллов как раз берутся с тех, вот кого вы разбудили, кого вы пригласили людей, да? Вот, и регистрации, личные регистрации. Каждую недельку по одной регистрации. Это минимум, минимум. Но у вас должен быть единомышленник, который пришел с вами, может быть, в эту даже вторую ветку. И он точно так делает тоже регистрации. И в вашей команде, ну, минимум 8 регистраций вместе с вашими. 8 регистраций, пусть это не по 100 баллов каждый сделает, но если даже взять это в среднем, ну, по 50 баллов, это уже считайте, какой прирост, да? Вот, но самое главное, обратите внимание, чтобы у вас были эти планы, были обязательно планы. И пишите планы такие, которые, ну, реальные. С одной стороны, не надо писать заниженные планы, потому что они вас не будут стимулировать и мотивировать. Но с другой стороны, не пишите абсурдные планы, 7,5 тысяч бонус-баллов, там еще там на 9% хочу 15%. Чтобы, ну, знаете, как так говорят иногда наши партнеры, но это просто из-за того, что они пока не понимают маркетинг-план до директора и не понимают, какие действия могут привести к одной регистрации. Понимаете, девочки? И это наша задача менеджеров и директоров донести. Они у нас прекрасные, горящие глазки у новичков. Но нам надо это все, как говорится, разжевать, как когда-то разжевывали нам наши наставники. Рассказать и объяснить. Вот. И вот акция, о которой Оля рассказывала, я просто фокус хочу сделать именно на то, что в пятом каталоге. Вот акция, которая по лояльности, что ее можно использовать, эту одну картинку, использовать в разных направлениях. Вы знаете, что у нас на сайте есть возможность рассылки по своей организации с уровня менеджера. С 9% вы можете рассылать по своей организации небольшой текст и картинку прикрепленную. И автоматически это уйдет по электронным почтам ваших партнеров. Конечно же, ну, скажу так, вот на самом деле электронная почта сейчас не очень активна для, ну, скажем так, поддержания активности. Лучше это Viber, Telegram, сбрасывать в личку какой-то текст, голосовое сообщение, если хотите, еще лучше. И потом обязательно последовательный звоночек должен быть. Ну, кроме того, чтобы вот человека заинтересовать, получить этот подарок, ему надо разъяснить, что можно получить, ну, что интересного он может найти в этом каталоге. И для этого я каждый каталог, оживляю каталог, и огромная благодарность нашей Гертруде, скрытому нашему бриллиантику, который очень скоро у нас откроется, вот, которая тоже занимается этим, и еще не начался каталог. В следующий раз она мне пообещала, что оживлять каталог на вебинаре будет она с нами уже. Вот. И вот я хочу просто несколько страничек оживить для вас. Откройте, пожалуйста, страничку, если каталог рядом с вами, страничка 19, я вам просто покажу. Я вам сделала скрины каталога своего умного каталога, который я переписываю потом по всем своим же. У меня 4 каталога, 4-5 каталогов, но я раздаю каталоги, девочки, если вы собираете личный ЛТО свой, то вам вообще это обязательно делать. Я лично не собираю свой ЛТО, потому что я сразу делаю витамины, сразу делаю наборы себе, то, что мне надо для акции показывать и все такое. И я делаю легко 150 бонус-баллов. Но я пользуюсь все равно умными каталогами, потому что на них приходят люди. На них приходят люди. Сейчас с нами находится, например, Анастасия, которая пришла именно через каталог. Я просто дала каталог посмотреть, полистать, что-то заинтересовало, какая-то туалетная вода, что-то принесли, и пошли отношения. Поэтому помните, что это прекрасный инструмент. Я тут на скринах прям написала, что я пишу. Вы можете проявить полет фантазии и написать. Понятно, что надо обязательно сделать закладочки, 5-6 закладочек. Не рекомендую вам умный каталог оживлять каждую страничку, потому что, как сказать, это называется уникальное торговое предложение, УТП. И если вы проштампуете каждую страничку, я это брала, это хорошее, это бери, это класс, это лучшее, это прекрасное, то люди у вас просто как бы глаза разбегутся, ничего не захотят. Я сделала 5-6 закладок. И просто обращаю внимание на эти закладочки. Вот на страничке 91 обязательно обращаю внимание своих знакомых на салфетки. Впереди идет летний период, и
все равно женщина хочет выглядеть в любом случае, лето, жарко, не жарко, выглядеть привлекательно и ухоженной. И вот эти салфеточки по выгоднейшей цене надо обязательно взять. Они должны быть в каждой сумочке. В каждой сумочке. Хочу сказать, что они закончатся на первой неделе. Их уже на второй неделе не будет. Следующий момент, который хотела оживить, это страничка Pureskin. Летнее время и, ну, скажем так, это особый должен быть уход у детей, у подростков, у детей-подростков. Я прям написала, помоги своему ребенку, потому что огромное количество детей начинают тормозить, не то что тормозить, как стесняться своей внешности, когда их лицо покрывается меленькими красными прыщечками. Именно вот эта серия помогает разрешить эту проблему. Не бугристый прыщ, не... мелкие какие-то высыпания, а именно гнойные вот эти шапочки, воспалительные процессы по всему лицу. И эта серия в очень выгодной цене, обязательно надо порекомендовать мамочке. И следующий уход за лицом, четвертую страницу я рекомендую настоятельно, это 90-я страница, это мои просто любимые средства, у меня... сухая больше кожа, но у меня есть клиенты, которые с удовольствием берут серию Optimal для жирной кожи. И она просто в восторге. Последний раз у меня Марина брала, вот, последний раз брала этот крем, дневной крем, вот самый крайненький, вот этот, да, самый крайний. Дневной крем, он как легкий-легкий, как флюид такой, он быстро впитывается, приятный аромат. И самое главное, он контролирует работу сальных желез. Летом это просто спасение для девушек, у которых жирная комбинированная кожа. Я просто настоятельно рекомендую, и она, этот крем, вернее, обычно 160, 140, 148, 150, 100, ну, в общем, такая цена. А в этом каталоге, ну, просто, девочки, 97 гривен. Обязательно-обязательно. И рядышком стоит крем, это мой любимчик. В прошлом году летом я спасалась ним от пигментных пятен. И этот крем там в серии от пигментации есть дневной крем и крем-флюид. Это крем-флюид для жирной комбинированной кожи, но я им пользовалась, девочки. Запах просто волшебный. Когда наносите лицо, на лицо он быстро впитывается. Такая легкая, такая как кисельная, не кисельная, даже кефирная такая структурка, быстренько впитывается. И лицо такое комфортное, пушистенькое, нежненькое. Ну, просто приятно даже дотрагиваться. И самое классное в нем – солнцезащитный фактор. Солнцезащитный фактор, который защитит нас от фотостарения. И последнее, на что я делаю акцент в этом каталоге, я сегодня не рассказываю про новинки, потому что о новинках вы много почитаете в наших чатах и посмотрите видеообзоры. Я просто показываю на те страницы, которые просто сама оживила. Вы знаете, много женщин, оказывается, у которых, ну, дефицит ресничек, потому что посмотрите, сколько женщин начинают делать себе вот эти реснички, которые искусственные и выглядят иногда, ну, очень смешно или даже вызывающе. Мы можем предложить им дешевле и выгоднее процедуру. Специальное средство под ресницы, которое сделает реснички более объемными и более длинными. Кроме этого, это еще средство ухаживает за нашими ресничками. Поэтому рекомендуйте, цена выгодная и обязательно-обязательно пусть берут. Но так как идет лето, бесконечное купание, окунание, обмывание, то, конечно же, надо брать обязательно, тем более по такой выгодной цене, 45% скидка, серии по уходу за телом. Поэтому, друзья мои, вот фокусы каталога для себя определитесь. Новеньким партнерам не надо весь каталог пересказывать, им дать посмотреть видео, обзоры по каталогу, 1-2 видеообзора, и самим просто дать обзор, посмотреть свой каталог, дать или попросить, чтобы он себе просто переписал, и расскажите более подробно об этих продуктах ему. Вот. И человек тогда будет легко рекомендовать эти продукты. Хочу напомнить, что завтра у нас 16:00 на офисе в городе Курахово будет оживление каталога, так что приглашайте свои партнеров, кто не работает, пусть приходят, быстрее занимают места, и будем оживлять, тестировать новинки и каталоги, разбирать странички каталогов, кому что больше нравится. И теперь я хочу подвести такое резюме и сказать вам, друзья мои, давайте посмотрим на эту картинку. Просчеты у нас уже и Оля показывала, и еще будут просчеты, да? Давайте мы с вами представим, вот если это, не если, когда это произойдет, когда вашу организацию, вот тот уровень, на котором вы сейчас находитесь, 6%, 9%, что может произойти с вашей организацией, когда вы просто сама начнете получать блендер, ножи и ложки, да?
у вас прибавится, это 9 человек по 100 бонус-баллов, это 900 бонус-баллов. А теперь, дорогие мои, подумайте о своей команде. В вашей команде есть люди, которые тоже любят подарки, которые, может быть, все получат, а может быть, просто выберут какой-то один подарок получат. Но самое главное, чтобы вы могли донести это вовремя своим людям и заинтересовать их этими подарками. И даже вот представьте себе, что вы получаете эти блендеры и все такое, и в вашей команде всего 2 человека. Всего 2 человека. Это ваши 900 баллов. Это 900 баллов вашего одного человека и второго. 3 на 9 – 2700. 3000 бонус-баллов – вот он прирост за 5-7 каталог. 3000 бонус-баллов. И вы уже на каком уровне? Друзья мои, акция великолепная. Включайтесь, получайте сами подарки. Давайте будем каждый показывать свои результаты в нашем чате и гордиться этими результатами. И под конец я даю слово, буквально 10-15 минут хочу представить вам нашего директора Татьяну Харченко, которая хотела бы поделиться своими мыслями на старте, подъема всей своей, роста своей команды. Что она, какие у нее идеи, какие ее партнеры, что она им рекомендует, что она с ними делает. Потому что только опираясь на таких партнеров, можно принять решение и идти смело на новые уровни. Танечка, ты готова? Передаю тебе слово, и наши самые терпеливые могут послушать опыт наших активчиков. Видите ли вы меня? Ой, я хочу, чтобы вы меня видели. Девочки, слышите меня? Раз, раз. Ой-ой. Я старалась, я помыла голову, сделала прическу. О! Ура, 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 ура. Ну что, дорогие мои, спасибо вам за то, что вы так долго были с нами. И я хотела бы поблагодарить вас за терпение и поприветствовать вас, потому что я очень давно не выходила в эфир. Оказывается, что это не так страшно, и вообще не страшно, я даже соскучилась, поэтому вот, Танечка, камера. А есть камера, да, уже? Видите меня? Света, напиши, пожалуйста. И слайды, если можно. Я хочу сказать 5-10 минут, больше не буду вашего времени занимать. Я просто хочу поблагодарить в первую очередь свою командочку, потому что они меня радуют каждый каталог. И в прошлом каталоге не было исключением. Девчонки, если Света сейчас включит слайды, я быстренько расскажу о каждой из девочек, потому что, девочки, вы меня не то что мотивируете, я просто вами восхищаюсь и очень-очень рада, что вы со мной, что вы поверили в меня, потому что многие из девчонок второй раз зашли в компанию в Oriflame, и на этот раз я вижу, что это все очень осознанно уже, не так, как, может быть, первый раз мы пробовали, что-то не получалось, может быть, не было мечты большой-большой-пребольшой, которая бы давала огонь в сердце и в душе. Вот. Ну, в этот раз все девчонки пришли осознанно, и я очень им за это благодарна, потому что знаю и очень горжусь, потому что верю, что мы прорвемся, и мы будем скоро очень-очень громко праздновать наши успехи. Вот эта девочка, Света Павленко, я надеюсь, что она сейчас с нами, это сестра моей Ксении Свергун, моего человечка золотого. Я ее очень люблю, как и каждого из вас. И они сейчас вместе с маленьким Ксюшиным ребеночком где-то в селе у мамы. И они тоже, интернет не очень хороший, но они все сделали для того, чтобы быть сейчас с нами. Светочка, я горжусь и благодарю тебя за то, что ты решилась по сестре, и у нас все получится. Следующий партнер, Светочка, если можно. Следующий слайд.
Сразу я вам тогда скажу, если слайды не переключаются, я тогда быстренько скажу, что у меня в командочке сейчас тоже новые девочки появились. Это Дворецкая Алина. Девочку вы помните, она была в Курахово на празднике. Кто был на празднике, ее не мог не увидеть, не запомнить, потому что у нее очень такое вечернее платье, ну, это шуточка такая, вот, военная форма. Ну, девочка, у девочки такая работа, но это не мешает ей быть очаровашкой, позитивным женственным человечком таким. Я очень Алину тоже, она тоже в команде давно, и Алина была просто потребителем. Но благодаря Свете Бережной, спасибо Свете, девочка попала на праздник просто из-за того, чтобы как-то разнообразить свою работу. Она пришла на праздник, и Света наша ее настолько смотивировала, что девочка включилась в бизнес, и сейчас сынок, и она активно включилась в работу, хотя она не бросила. А вторая девочка — это Наташа Журавлева, тоже она родом с Покровска, а сейчас работает и живет во Львове. Наташечка, я тебя тоже очень благодарю за то, что ты поверила в меня, и тоже второй раз пришла, и мы будем с тобой двигаться дальше. Сейчас мы собеседование проводим с ее девчонками, и маму подключили, сегодня был разговор, которая живет в Покровске, и мы вместе будем строить команду. И уже есть несколько человек в командочке, и мы растем активно. Так, дальше, Светочка, пожалуйста, следующий слайдик. У нас уже звание, это Ксюша моя повлияла. Ксюшечка в прошлом каталоге, первое такое звание, небольшое такое, скажем, но очень-очень важное, потому что ни на 9, ни на 12%, ни на 15% проскочить так мимо этой ступенечки. Не важно, и важно то, что ты начала делать личный товарооборот, 240. Таня рвет звук. Ага. Ой-ой-ой. Сейчас у Ксюши активничать в Инстаграм и приглашать людей. Так, дальше у нас Танечка Стельмах, тоже очень замечательная женщина. Это в прошлом каталоге. Товарообороты личные, 182 балла. Это очень-очень большой прорыв и большой успех. Я, Танечка, желаю, чтобы мы в следующем каталоге... Еще одна девчоночка тоже. Девочка пришла на продукт, влюбилась в продукт. А вот эта Анечка у нас сейчас появляется. Да, Стельмах из города Покровска. Танюш, мы попланируем обязательно завтра же, и все у нас получится обязательно. Так, у меня есть только слайды. Ага, Ксюш, ну я не там с интернетом. А у кого еще пропал звук? Напишите, потом рассказываю, может, вы никто ничего не слышите. Напишите, пожалуйста, если вы меня слышите и видите. Кто остался у нас? Таня, я предлагаю тебе, давай со звуком, мы тебя увидели, очень-очень рады. Звук очень рвет, так хочется про девочек услышать. Сделай микрофончик, хорошо, дорогая? Так хочется девчонок услышать, про девчонок. Звук у вас есть. В общем, дальше. Светочка, если можно, слайды следующие. Спасибо, Ксюшка, спасибо, что ты меня поздравляешь. Спасибо. Так, следующие наши слайды — это у нас Татаренко Наташа была тоже в городе Покровске. Наташа пришла на продукт, влюбилась в нашу продукцию. Первой заказала набор New Age и сразу же реально влюбилась в него. И сказала, боже, как я жила без этого набора до этого времени. Просто было что-то для нее невероятное. Потом, конечно же, наши тональные основы Giordani Gold подключились, и много-много других продуктов. Она и маму, и сестру же влюбляет по чуть-чуть наши продукты. И очень легко проходит стартовую программу, забирает подарочки по стартовой программе и очень-очень довольная. Наташа, если ты тут, то напиши, что ты довольная. Так, следующий человечек – это мои девчоночки, я их очень-очень люблю. Наташа Лучининова – это вообще позитивчик. Такой лучик солнца, вот, в которую нельзя не влюбиться. Она как приходит, как заряжает, и ты все думаешь, ну, без Наташки теперь жизнь как-то как без солнца. Наташечка, я тебе тоже очень-очень благодарна за то, что ты пришла ко мне, в мою команду. Ты тоже уже не в первый раз, но на этот раз осознанно. И я надеюсь, что...
прошлый каталог тебя тоже очень сильно порадовал, и объемная скидка в том числе. Наташа у нас тоже по стартовой программе идет, зарабатывает подарки, и сумочку заработала, ЛТО 167 и групповой товарооборот 917 баллов. Наташка, мы прорвемся, мы идем в правильном направлении. И вот ее сестра Виктория Пырха, тоже замечательный светлый человек, мамочка двоих детей, у нее свой бизнес и магазин офлайн. Вот, и она решила, что еще раз попробует, но на этот раз у нас все будет по-серьезному. Вика, спасибо тебе большое. Ты знаешь, что я тебя очень люблю. Ты знаешь, что всегда можешь на меня рассчитывать в любой момент, дня и ночи. Тоже Викулечка 171 балл и ГТО 1000 с хвостиком. Олечка Дюдюк, ну это наша звезда, вы многие знаете уже ее по нашему чату замечательному. Вот. Она дежурит в чате, очень замечательно это делает. Мне так не получается, если честно, Олечка. Ее сейчас нет, к сожалению, она тоже на этой основной своей работе пропадает. И сегодня в командировке, но я думаю, что она чувствует нас, чувствует нашу энергетику и чувствует, как мы ее любим. Поздравляем. Тоже, Олечка, спасибо тебе большое. Так, ну, Света Мустяц, это тоже такая моя мотивашка, скажем. Я хочу очень сильно быть похожей на Свету, потому что Света у нас супер королева продаж. Она очень любит косметику, она очень любит wellness. Она без продукции wellness несколько лет уже жить не может. Каждое утро и в обед супчик, и утром коктейль. То есть, ну и видите, результат налицо. Как человек выглядит, как он себя чувствует в прекрасной форме. И Света Мустяц тоже в этот каталог, прошлый, вернее, 9%, и мы растем дальше. Так, Покровск, да, рвет и просто скоро все прорвет. Ну что, я быстренько расскажу, что мы делаем. Во-первых, сейчас команда моя, это моя семья. Это без преувеличения и без каких-то громких, красивых слов, потому что я их всех очень-очень люблю. Мы созваниваемся каждый день почти. В начале каталога, естественно, мы планируем, потому что без планирования я вообще себе не представляю сейчас роста, ну, честно, вообще. И что я вам скажу? Скажу то, что для ключевых партнеров, 8 человек сегодня, решила сделать такой личный чат, хотя я понимаю, что чатов много, может быть, девчонки там путаются, но мы решили, посоветовались и решили сделать чат для того, чтобы были только-только свои, вот такая семейный чат, и там мы можем задавать любые вопросы, какие-то неудобные, может быть, неудобно задать в общем чате, пожаловаться, поплакаться, что-то не получается. И мы решили, что у нас такой будет чат, и назвали мы его красиво и со смыслом. Назвали его «Фокус золота», потому что я сейчас, честно вам скажу, не так за себя, не то что переживаю, а думаю, что я там золото открою, когда я его открою. Хотя у меня план есть, есть план, он на холодильнике висит, вот, так что что-нибудь голословное покажу вам. Но я сейчас очень-очень хочу, чтобы каждая из этих девочек, которые сейчас есть в этом чате, побыстрее открыли директора минимум в этом году и пошли дальше. Вот. Поэтому у нас такой есть чат, и мы, конечно же, с девчонками планируем. У нас в Вики Пырхи и в Оле Дюдюк сейчас открывается вторая ветка. Вот 9% оставляем, будем расти дальше с людьми, которые там. И открываем вторую ветку, и у нас план сейчас на вторую ветку тоже 900 баллов прироста. Поэтому мы так вот такие цифры себе нарисовали. Если 3 человека, вы все это слышали уже, Оля и Света рассказывали, блендер, 3 человека с блендером, это у нас 300 баллов. А если 9 человек, естественно, это 900 баллов. Но 100 баллов, конечно, каждый новичок, может быть, не сделает. А может и сделает, если вы постараетесь. Потому что если мы очень-очень вкусно продадим нашу стартовую программу, продадим нашу акцию активности, то человек не может просто не сделать этих 100 баллов. Поэтому мы сейчас решили, что нам не надо откладывать на третью неделю каталога. Мы это будем начинать с первой, потому что 18 человек по 50 баллов – это вообще легкотня. И если разделить на 3 недели, это получается, сколько у меня, это 6 человек в неделю.
Просто-напросто. Это ж, ну, это, мне кажется, если человек решил расти, то это для него вообще не вопрос. 6 человек по 50 баллов в неделю. И за каталог у нас 18 человек, которые получат все подарки. И у нас прирост 900 баллов. Вот скажите, напишите в чате, пожалуйста, это легко или это плюс или минус? Легко, плюс, минус, трудно, очень сильно трудно. Вот, поэтому вот так вот мы планируем. И я немножечко даже завидую этим новичкам, знаете ли, которые сейчас придут к нам, потому что они будут вообще в шоколаде. У них все-все-все подарки будут. И по стартовой программе, и по акции активности, и по акции приглашения. Так что вперед, go. И трудно. Пащенко Ирина говорит, что трудно, а я думаю, что нет. Главное, чтобы позитивный настрой был, реально, девчонки, потому что когда вот нет настроения, я же тоже не робот, у меня тоже бывает плохое настроение. Я в такой момент с людьми не общаюсь и в соцсети даже не захожу. Я делаю какую-то рутинную работу. Я могу там в Вайбер закинуть какие-то картинки, там что-то написать. Но когда настроение есть, а его надо делать себе, потому что мы же осознанные люди, у нас огонь горит в душе, сила проявляется, которая движет нами. Поэтому нужно делать себе настроение. Мы взрослые девочки уже. Тогда и мир будет улыбаться, и все у нас будет хорошо. Это проверено уже 43 года, проверяла, честно вам могу сказать и подписать. Вот. Поэтому, если с хорошим настроением вы заходите в соцсети, поверьте мне, что результат обязательно будет. Вот я сегодня, например, заходила в Инстаграм и перед этим помолилась, ну, я так свои молитвы говорю, там, своим друзьям-ангелам, и прошу, чтобы именно сегодня вот проявились люди, те, которые действительно мои и которые придут на меня. И вот сегодня собеседование было, так что это все работает. И вот еще один примерчик хочу вам предложить, 50 баллов. Вещи, которые Света нам говорит, я тоже это все делаю. И каждый каталог, сколько лет уже, каждый каталог я открываю с таким воодушевлением, потому что там всего-всего вкусного столько, что невозможно. Я каждый раз что-то себе хочу. И глаз наметан, девочки, которые новички, мы им помогаем именно сфокусироваться на самых-самых выгодных предложениях. Поэтому это очень легко. 50 баллов — это самые нужные вещи. Ну как, смотрите, водичку себе любимую взять по такой шикарной цене, гель для душа, для того, чтобы усиливать, да, аромат, зубная паста, тушь для ресниц, очки, что, как без очков, летом без очков, новенькие, модные, потому что Oriflame всегда в тренде. Вот. Тональная основа – это вообще шикарная цена, по нашей скидке 135 гривен. И наборчики тоже, три варианта наборов, мыло, кремик, такой комплимент женщине в подарочек, и идешь куда-то, и очень приятный сюрприз, и себе любимый тоже можно сейчас несколько взять штук. Вот вам, пожалуйста, 50 баллов. Самое главное – это продавать с воодушевлением и с тем, что вы человеку хотите помочь по-любому. Ну, или помочь, или порадовать. Это все должно идти изнутри и от души. Вот. Ну вот, в принципе, и все, что я хотела вам сказать. Я желаю вам прорыва в этом каталоге. Потому что я помню, как выходило название директора, это был второй каталог, тоже, знаете ли, тоже все удивлялись, как обычно выходит, может быть, 16-й, 17-й, когда новогодние праздники. А я вот разозлилась на себя тогда, что я в 16-м, 17-го не вышла. И во втором как вышла, это тоже как бы вроде было, ну, так вот, ну, как обычно, но я тогда сильно-сильно захотела. Вот, поверила в себя, захотела, и все случилось. Поэтому команда — это сила, это реально сила, семья, которая дает нам, не знаю, и силы двигаться вперед. Я вам всем желаю прорыва в следующем каталоге, и чтобы мы все поехали на Ибицу. Вот еще у нас не только прирост 900 баллов, да, а мы все хотим на Ибицу, мы хотим потусить, отдохнуть, потому что за хорошую работу нужно красиво и отдыхать. И, конечно, будем ставить фокус на ближайшую менеджерскую конференцию. С нетерпением ждем, когда компания объявит страну, и мы обязательно-обязательно туда попадем. Правда, девчонки?
Я вас верю, люблю вас, обнимаю и пока. Спасибо большое.